Свежие овощи и фрукты, вкуснейшую мясную продукцию, ароматный мед и чай и многое другое можно было приобрести на ярмарке в Карачаевске. Свою продукцию представили фермеры и сельхозпредприятия нашей республики, Краснодарского края, Адыгеи и Ставрополья. Из Карачаевска репортаж Аллы Динаевой. Этот субботний день в Карачаевске начался не как обычно, а под песни известных исполнителей просыпался город. А те, кто привык вставать пораньше, уже с утра были на центральной площади Карачаевска имени Героя России Канамата Баташева, где в 8 открылась сельхоз-ярмарка, посвященная столетию образования Карачаева-Черкесии. Купила баклажаны, помидоры, овощи. Спасибо за хорошее настроение, за организацию. Все прекрасно, все хорошо. А что будете покупать? Еще не определились, но сейчас, наверное, выберем. Есть что посмотреть, чем полюбоваться и что-то приобрести. Я давно не была в Карачаевске. Мне очень понравилась ярмарка. Во-первых, это ярмарка-праздник. Праздник у нас большой. Столетие Карачаева-Черкесии. Я хочу пожелать всем жителям Карачаева-Черкесии здоровья, счастья, а моей любимой республике – процветания. Ее проводим по поручению главы Карачаево-Черкесской республики. Здесь на ярмарке у нас на сегодняшний день представлено 23 фермерских организаций и производителей разных товаров. В основном это сельскохозяйственные. На ярмарке можно было приобрести овощи, фрукты, рыбу, молоко, мед и колбасную продукцию мини-завода «Мекка». Сами производим из сырья, только режем сами. Сырье высшее качество берем. Состав мяса и специй без добавок, без ничего. Экопродукт. Делаем продукцию, которую кушаем сами. Прямые поставки из Цейлона и Китая. Любителям чая предоставилась возможность выбрать лучший. Около 15 видов в данный момент находится. А так, конечно, намного больше есть. Все в зависимости от категории, от сорта чая. Все представлены премиум-класса чаи. А вы откуда приехали? Город Кисловодск. Владимир Верозуб рассказывает, что приехал из Кировского района Ставропольского края. А чтобы не опоздать, выехал в путь в 2 часа ночи. 200 километров от этого, вот непосредственно, 189. Здесь мне нравится, что улыбаются какие-то искренние. Видимо, горы на вас влияют. В таком формате на площади ярмарку организовали впервые, но в дальнейшем планируют проводить 2 раза в год – весной и осенью. Алла Динаева, Али Бастанов, Вести, Карачаево-Черкесия, Карачаевск.